друзья, мы рады всех вас приветствовать сегодня в нашем зале на линейке, посвященной дню окончания учебного года. Творчески за этот учебный год вы, наверное, окрепли еще больше и выросли. Поэтому нам бы очень хотелось, что все то, что вы в этом учебном году освоили, в дальнейшей вашей жизни пригодилось вам обязательно. Так, пожалуйста. У центра нашей столицы нам всем спокойно здесь и радостно трудиться. Учиться кистью рисовать, лепить, клеить, вырезать, модели лодок собирать. Своими очумелыми руками к делу приобщились вместе с вами. И точно знаем, что терпение и труд нас от невзгод и трудностей спасут. Весь учебный год вы добросовестно трудились и учились. Все вопросы организационного характера успешно решала администрация Центра внешкольной работы во главе с директором нашего центра Ильиной Александрой Алексеевной. Она, к сожалению, сейчас отсутствует по уважительной причине. Так, в момент ее отсутствия ее заместителями Николаевой Валентиной Владимировной и Макаровой Валентиной Ивановной. Вот они сегодня перед вами. Давайте их всем поплопаем. Рядом с вами на постоянной основе всегда были мудрые и талантливые наставники. Я сейчас перед вами их представлю, назову фамилии, и мы точно так же их всех будем приветствовать аплодисментами. Это Ефимов Владимир Николаевич. Руководитель клуба юных моряков «Бригантина». Его воспитанники, победители городской и областной выставок технического творчества. Давайте всем поздравляем. Белова Людмила Яковлевна. Педагог дополнительного образования. Художник изобразительного искусства Бергли Саш. Васян Светлана Александровна, педагог дополнительного образования детского объединения «Айландия» и юная хозяюшка. Вот она, пожалуйста. Быков Леонид Иванович, вот, пожалуйста. Педагог дополнительного образования по экологическому, по экологии. Так, его воспитанницы Усатова Вероника и Крыкин Анна, дипломанты всероссийских конкурсов юных экологов. Давайте посмотрим. Это очень высокий результат в течение вот этого нашего учебного года. Буса Наталья Леонидовна, педагог дополнительного образования, детское объединение «Скаутские ступени роста». И совсем не так давно, но уже как бы показали себя с наилучшей стороны, два педагога-организатора, это Уртаева Марина Геннадьевна, вот она у нас вот там стоит. И буквально несколько назад к нам тоже пришел педагог-организатор, это Иванова Зоя Васильевна. Вот она. Спасибо, Галина Васильевна, Думаю, окончание учебного года всех вас пришли поздравить друзья-подводники, а друзья они клуба нашего юных моряков «Бригантина». Позвольте, пожалуйста, всех приветствовать. Это Мухин Борис Тихонович. Представляется заместителю директора по учебно-воспитательной работе Николаевой Валентине Владимировне. Дорогие воспитанники,
Ольге, педагоге Центра внешкольной работы, уважаемые гости. Мне очень приятно сегодня приветствовать вас на итоговой линейке, посвященной окончанию учебного года. Да? Как и в школе, мы с вами учимся, овладеваем умениями и знаниями для того, чтобы в дальнейшем применить их в будущей жизни. Может быть, ваше занятие в кружке – это дорога для получения будущей профессии. И это очень приятно, когда наставниками являются такие педагоги, как те люди, о которых сегодня говорили. Центр внешкольной работы – это многопрофильное учреждение, которое занимается более 2300 человек. Вот такая цифра. Да, кажется, у нас немного, а цифра 2400 человек. Дело в том, что ребята занимаются не только на базе этого здания, этого учреждения, но и на базах школ, значит, города и района, и дошкольных учреждений. 2300 человек, 161 учебная группа. Кроме того, в нашем центре реализуется программа дополнительного образования детей. Этих программ в этом учебном году мы реализовали более 100. Центр внешкольной работы – это планета детства, где нашли свое любимое дело девчонки и мальчишки. И коллектив детей и взрослых идет по творческому пути, полон идей и пытается достичь те высоты, которые некоторым еще только снятся. 19 смотров конкурса фестивалей и 45 дипломов победителей в этом учебном году. Это очень хорошая цифра. Давайте поаплодируем. Сегодня мы приготовили вам дипломы и грамоты за ваши достижения и успехи. Пусть не все сегодня стали победителями областных и всероссийских конкурсов, но многие из детей старались, и педагоги поощряют вас грамотами и дипломами за ваши старания, за ваши успехи. Желаю всем здоровья и счастья. Слово для поздравлений предоставляет Валентине Ивановне. Пожалуйста, Валентина Ивановна. Я просто хочу пожелать вам всего хорошего. Вы очень хорошо потрудились. Год для нас был трудный. Много конкурсов, выставок, в которых нам приходилось участвовать, соревнований. Хочу, чтобы лето вас порадовало. Вы окрепли и с новыми силами пришли на стены нашего здания. И с новыми творческими успехами вы вступили в новый учебный год. А сейчас хочу напоследок вам сказать, мы будем ждать вас в нашем интересном лагере «Бригантина». А сейчас начинается торжественная часть нашей с вами линейки. Слово для награждения предоставляется Ефимову Владимиру Николаевичу. Пожалуйста. В этом году у нас как бы и радостный день, в то же время, поскольку 5 человек, ребята из клуба «Бригантина» от нас уходят, они закончили полный курс обучения и уходят учиться у нас дальше. Сейчас вы всех их увидите. Они у нас на глазах как бы выросли. Наверное, помнят, какими они сюда пришли. Если забыли, сейчас немножечко напомним, что вам. Ну и остальным, кто здесь остается, кто хорошо работал, хотелось бы пожелать, как говорится, попутного ветра, 7 футов квартиры, чтобы нас не забывали, ходили, занимались. Касается также всех воспитанников центра, чтобы все были у нас здесь. Да. Так, для награждения.
хотела пригласить Бориса Тихоновича Мухина и Сергея Николаевича. Награждается Васильев Александр, занявший первое место на областной выставке технического творчества учащихся. Награждается Евдокимов Александр за первое место в областной выставке технического творчества. Очков. Владимир, так уж получилось у нас, ребята, но самые настоящие подводники вручают сегодня. Награждается воспитанник клуба «Бригантина» Орлов Алексей за успешное освоение учебного курса, результативную работу и активное участие в деятельности клуба и центра внешкольной работы. Награждается воспитанник клуба «Бригантина» Ефимов Антон за успешное освоение учебного курса, результативную работу и активное участие в деятельности клуба и центра внешкольной работы. Награждается воспитанник клуба «Бригантина» Шатохин Алексей за успешное освоение учебного курса, результативную работу и активное участие в деятельности клуба и центра внешкольной работы. Награждается воспитанник клуба «Бригантина» Ян Мария за успешное освоение учебного курса, результативную работу и активное участие в деятельности клуба и центра внешкольной работы. Давайте все дружно поздравим единственная девочка. Награждается воспитанник клуба «Бригантина» Евдокимов Александр за успешное освоение учебного курса, результативную работу и активное участие в деятельности клуба и центра. Награждается воспитанник клуба «Бригантина» Иванов Андрей за успешное освоение учебного курса, результативную работу и активное участие в деятельности клуба и центра внешкольной работы. Награждается воспитанник клуба «Бригантина» Аверьянов Григорий за успешное освоение учебного курса, результативную работу и активное участие в деятельности клуба и центра внешкольной работы. Награждается воспитанник клуба «Бригантина» Васильев Александр за успешное освоение учебного курса, результативную работу и активное участие в деятельности клуба и центра внешкольной работы. Показываю всем, выдается воспитанникам клуба настоящее свидетельство в том, что с 1 сентября 2002 года по 29 мая 2007 года прошел курс обучения в клубе юных моряков «Бригантина». Васильев Александр Сергеевич с хорошими и отличными оценками. Они большие голубчики такие. Орлов Алексей, да, Николаевич. Оценки отличные.
Ефимов Антон Владимирович. Центров и школьной работы. От лица паровической группы офицеров-подводников позвольте вас поздравить с окончанием учебного курса и пожелать прежде всего вам здоровья, ни в коей мере не останавливаться на тех успехах, которых вы достигаете. Очень хорошо относиться к порученному делу, овладевать всеми знаниями, которые вам преподают ваши наставники, для того, чтобы в будущем мальчикам, ставшим мужчинами, защищать нашу Родину. Ну а девочки, они всегда молодцы. Всего вам наилучшего, в добрый путь. 7 футов под килем. Спасибо. Спасибо. Уважаемые товарищи, совсем я перед детскими лицами не растерялся и забыл об немаловажном событии. Вот ребята заканчивают курс. И по линии военно-морского флота желает проследовать Ефимов Антон. Нам это очень приятно. Ефимов Антон хочет поступить в Нахимовское училище, стать профессиональным военным моряком. Поэтому хочется пожелать ему успешной сдачи экзаменов. Я думаю, что боровичи он не подведет. И быть настоящим моряком. Сегодня мы спасибо говорим всем педагогам нашим, всем сотрудникам центра за работу вашу и за работу вашу. Учебного года объявляется закрытой. Огромное всем спасибо за принятое участие в ней. Как, какие планы у вас? Вы начали разговор, да, сначала, не так и ну, 9-й, конечно, класс. 9-й, конечно. У вас тоже, да? Леша, да? Да, тоже, да. А у кого училище-то? Ну, вот Антон. Антон, да. Ну и что, Антон? Это училище уже серьезная заявка. Это заявка уже, как говорится, на будущую профессию, на будущую жизнь, на всю оставшуюся жизнь, как говорится. Так что успехов тебе и пожеланий хороших. Вот. Главное, чтобы все твои мечты исполнились. Вот. Ну и всем ребятам желаю вам всего самого-самого наилучшего. Да, помогу в трудную минуту, но никогда не сдавайтесь. Вот. Всегда идите до конца и осуществляйте свою мечту. Тогда у вас все получится. Если у вас что-то не так будет, или вы там спасуете, да, сложнее будет все. А именно вот в этих делах вырабатывать себе самые
как говорится, характер свой и привычку свою будущую. Тогда у вас, вы будете на верной дороге, успех у вас будет всегда. Ну вот все, Владимир Николаевич. Спасибо большое. Я пожелал это дело от имени вот группы офицеров подводного флота. Вот. Сейчас, тем более, что впереди флот строится, и надводный, и подводный, вот, и гражданский флот возрождается, и авиация, все. Наши кадры нужны. А вы как раз вот тут на подходе, как раз вот сейчас то время, когда вы очень нужны будете. Поэтому не упускайте это время, не упускайте удачи в свой флот. Вот вам мое пожелание. Всего хорошего. Спасибо. Сереж, может, ты скажешь? Я как бы немножко дополнить хотелось бы. Значит, в своей жизни, в будущей, вы встретитесь, значит, с выпускниками школ города Москвы, Санкт-Петербурга. Значит, как бы заранее хочу предупредить, ни в коем случае не пасовать. Гордиться, что вы с Новгородской области. Честность. Успехи, знания, значит, вас всегда выведут впервые. Но ни в коем случае не пасовать их наглости. Назовем таким словом. Вот. И желание такое, что прежде всего человека ценят за знания, умения, доброту. Поэтому, если вы этими качествами, значит, как можно в большей степени будете обладать, вы всегда будете на высоте. Спасибо. Спасибо вам. Ну, удачи вам. Хотелось бы поблагодарить Бориса Тихоновича, Сергея Николаевича, что они к нам сегодня пришли. В дальнейшем, надеюсь, будут здесь в Москве. Скажем большое спасибо. Спасибо. Ну, а мы поговорим с военкоматом, чтобы вам тоже помогли и насчет пропаганды вашей работы. И чтобы, может, побольше желающих было, рекламу, может, чтобы дали по городу, чтобы этот клуб юных моряков, как говорится, рос и возрождался на лучших наших традициях. Всем доброго. Спасибо. Все хорошо.